Объединились, чтобы решать проблемы сообща. Территориальное общественное самоуправление Верхнего Посада в Звенигороде было создано 2 года назад. Это больше 1000 жителей, которые не только хотят жить комфортно, но и готовы прилагать для этого свои усилия. У нас здесь концепция рассматривается вообще всего берега, с учетом набережной от Спартака. Ну, мы ее тоже, кстати, озвучили насчет пешеходного мостика. И вот, кстати, мостик, который мы предлагаем сделать. На месте бывшего клуба кинозал под открытым небом. Это тоже идея местных активистов. Все продумано до мелочей. У меня, по крайней мере, есть идея такая: сделать его в форме чаши, что экран разместить напротив, а акустику направить именно на сиделку. И тем самым оно не будет выходить наружу. Все свои идеи жители Верхнего Посада отразили в проекте по благоустройству и обсудили его на публичных слушаниях. Теперь они в ожидании новых, уже по генплану и ПЗЗ. Опасаются, что берег Москвы-реки может быть застроен, ведь некоторые территории в частной собственности. Мы с вами этот генплан и правила землепользования и застройки начнем в августе обсуждать. Так. Все, что вы захотите туда внести, мы, соответственно, все написали, что мы хотим. И ПЗЗ тоже. Еще одна проблемная точка в Верхнем Посаде появилась недавно. Забор установили вплотную к дороге. И теперь жители вынуждены обходить его прямо по проезжей части. Уже в ближайшее время специалистам по земельному контролю предстоит выяснить, возможно ли перенести ограждение на достаточное расстояние для безопасности пешеходов. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».